Собирать информацию о воинской службе можно из разных источников. Это и средства массовой информации, и воспоминания отцов, и походы в музеи. Но лучше всего познакомиться с армией самим лично и сделать собственные выводы. В день призывника такую возможность школьникам города и района предоставила одна из воинских частей города Рыбницы. Это своеобразный день открытых дверей, когда можно составить собственное представление о воинской службе. Сегодня день призывника. Он предназначается для того, чтобы здесь, призывники могли прийти, увидеть быт. И образцы некоторого вооружения, которое стоит у нас на вооружении. То есть мы ознакомливаем со стрелковым оружием, нашими минометами, радиосредствами, которые у нас имеются. Люди могут посмотреть, потрогать. Служить Родине становится не просто обязанностью, но и желанием многих юношей. Хочу пойти служить, так как у меня и мама сама работает в воинской части, и отец. И, по крайней мере, считаю, что этот долг Родине должен дать каждый призывник и каждый человек Приднестровья. Среди юношей были и девушки, которых не меньше, чем парней, заинтересовало воинское дело. Уже 2 года хожу на НВП, очень нравится. Были 3 дня полевые сборы, много впечатлений. Не ожидала такого. Очень понравилось все. На торжественном построении прозвучали напутственные слова от заместителя главы по социальным вопросам Инны Булат и представителей воинской части. Я вам всем желаю успехов в начальной военной подготовке, успехов в учебе, для того, чтобы, когда вы придете на службу в наши вооруженные силы, чтобы мы видели действительно достойных продолжателей традиций наших отцов и дедов. Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.